Thank you.
Thank you.
сердце стук. Больше всего вокруг и Господь никогда. Я не оставлю тебя. Нам служило только что, мы имели служение чудесного прославления. Аминь. Now I don't speak Russian, nor do I speak Ukrainian. I don't speak Russian, nor do I speak Ukrainian. Я не говорю ни по-русски, ни по-украински. But I was ministered to by the worship. Но мне, я пережил это служение, когда прославление служило. This shows that the Spirit of God can minister even without words. Это потому, что Дух Господень может нам служить, не имея значения от знания языка. Well, my name is Jason Edward. Меня зовут Джейсон. This is my first time in Ukraine. Я впервые в Украине. And the people have been wonderful to me. И мне очень нравятся люди, которые здесь. I've been here since May the 9th. Я здесь с пятницы. And I haven't gotten sick from the food yet. I have not gotten sick from the food. И за все это время, что я здесь, слава Богу, пища нормально принимается моим организмом вашим. So the food has been good to me too. The food has been good to me as well. Поэтому пища, которая готовится в Украине, для меня также хороша. Well, a little bit about myself. I'm 22 years old. Немножко о себе. Мне 22 года. And I go to a Bible school that was founded by David Deaton. И я посещаю библейскую, я хожу в библейскую школу, я являюсь студентом библейской школы от той церкви, в которой я нахожусь. And after this semester, I will have a bachelor in Christian leadership. И после этого семестра I will have my bachelor in Christian leadership after this semester. Я получу степень лидерства по окончанию этого семестра. So the Lord has blessed me. То есть Бог благословил меня. Now I've been married for 7 months. Я женат уже 7 месяцев. And my wife left me a little note in my Bible. И моя жена оставила мне такие небольшие записочки в моей Библии. So I use this as my bookmark for where I'm going to preach from. И я сейчас использую их как закладки для проповеди. Now the Word of God says, "He who finds a wife finds a good thing." И Слово Божье говорит, что кто нашел добрую жену, тот благословен. And I surely have found a good thing. И на самом деле я нашел добрую жену, я благословен этим. People ask me, "Do you miss American food?" People ask me, "Do you miss American food?" Люди спрашивают меня, или я скучаю за американской пищей. Do you miss American music? Или я скучаю за американской музыкой. Do you miss American television? Или я скучаю за американским телевидением. I tell them, "Only thing that I miss is my American wife." Единственное, зачем я скучаю, я отвечаю. Единственное, зачем я скучаю, это за своей американской женой. Amen. Well, marriage is it's a blessed union. И брак — это благословенный союз. And God established the marriage union with Adam and Eve. И Бог благословил союз, который был между Адамом и Евой. And before I got married, I took this step in my life very seriously. I take marriage very seriously. И перед тем, как жениться, я очень серьезно подходил к этому вопросу. Для меня это был очень серьезный шаг в жизни. Я очень тщательно изучал. I don't know how it is in Ukraine. Я не знаю, как это происходит в Украине. But in the United States, the divorce rate is very high. Развод в Америке, степень разводов, уровень, процент очень высок.
People don't take marriage very seriously in the United States. То есть люди не очень серьезно подходят к браку в Соединенных Штатах. And it breaks my heart because God has established this so that it would not be broken. И это касалось очень сильно моего сердца, потому что Бог хотел, чтобы союз он был очень прочным. Now many people, many women and many men get married because of what the other person can give them. И очень часто люди женятся, или мужчины, или женщины, они женятся на других людях для того, чтобы что-то получить от этих людей. And after a few years, what the other person can give them no longer satisfies them. И через какое-то время, когда уже партнер в браке не может получить то, чего он хотел получить от своего партнера, ну, они разочаровываются. For example, a young woman would get married to a man. То есть, например, молодые женщины, они выходят замуж за парней. Maybe because he has a lot of money. Может быть, потому что у него достаточное количество денег. And he can buy her rings. И он может купить ей кольцо. He can buy her clothes. He can buy her a house. Он может купить дом, одежду. And after a few years, these things no longer satisfy her. И через несколько лет уже это ее не может не удовлетворять. Now the problem is she never loved him in the first place. И от самого начала она не любила его больше всего. She only loved what he could give her. Она любила только то, что он может ей дать. And you know, this is how I see a lot of people approach Jesus. И знаете, это то, как я вижу, как многие люди, они приходят к Иисусу. And in John chapter 6, Jesus is addressing these people. И в Иоанна, 6 главе, Иисус, он... He is speaking with these people. Иисус, он разговаривает с людьми, говорит им. Just a little bit of background of the story. Давайте немножечко об этой истории вообще. In the beginning of the chapter, multitudes are coming to hear Jesus teach. В самом начале, когда Иисус шел в этой главе, в шестой главе, большая толпа собралась вокруг него. And these people have been listening to him all day teaching. И люди, эта толпа, которая собралась, она слушала его целый день, его учение, она провела, эти люди провели кучу времени с ним, слушая, что он говорил и что он учил. So I'm sure most of you know this story. He finds a boy that has 5 bread and 2 fish. Ну, я думаю, что большинство из вас знают эту историю, то есть история, когда вот было это большое количество народа, и Иисус нашел этого мальчика, у которого был 2 рыбки и хлеб. And he feeds 5,000 men and then women and children. И дальше он, используя эту пищу, он накормил 5,000 только мужчин, а также еще женщин и детей. Now, starting in verse 26, this is the next day, and we're going to start in verse 26. И дальше давайте посмотрим на 26 стих. Это то, что в принципе о чем я хотел говорить. And the point that I want to make to you today. The point that I want to share with you today. Это то, о чём я хотел поделиться сегодня. Is that lasting joy and satisfaction? Это вот эта вот продолжающаяся радость от того, что получаешь. Can only be found by those who cherish and pursue Jesus. Она может быть найдена только теми, кто искренне следует за Иисусом. These people were looking for satisfaction. Эти люди, которые были тогда с Иисусом, они искали удовлетворение. And Jesus was telling them how to find it. Иисус, он говорил им, как это найти. But they wouldn't listen. Но они не хотели слушать. In verse 26, Jesus answered them and said, "Most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled." Иисус сказал им в ответ: "Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились." Now Jesus had done signs and miracles in front of these people. То есть можно понять, что Иисус он творил чудеса и знамения, когда он проводил время с этими людьми. And they came back and they were seeking Jesus. И они вернулись, они искали Иисуса, они вернулись, чтобы найти его опять. But they were seeking him for the wrong reason. Но, знаете, они искали его не по правильной причине. You see, Jesus did these signs and miracles for a reason. Понимаете, Иисус, он творил чудеса и знамения, у него была определенная цель, которую он преследовал. He did it to help them get their focus off of physical things. Он не хотел, чтобы они просто увидели
видели какие-то физические проявления. He was trying to help them focus on spiritual things. Но он хотел, чтобы они обратили свой взгляд на духовные вещи. But they weren't seeking him for spiritual things. Но они не искали его для того, чтобы получить эти духовные вещи. They were seeking him for physical things. Они искали его для того, чтобы получить воздаяние вот это вот физическое. Jesus said that they were seeking him because they wanted more food. И Иисус говорит, что вы искали меня не потому, что вот это сделано, но чтобы получить еще пищу. Now these were people trying to obtain physical things through Jesus. То есть здесь люди, они искали Иисуса, чтобы получить воздаяние свое физическое, удовлетворение. And let me remind you, these are not the people on the street. И знаете, давайте я хочу напомнить, что это не говорится о людях, которые на улице. Today these would be the people in the church. Сегодня это говорится о людях, которые приходят в церковь. These were the people who willingly came to Jesus. То есть это люди, которые добровольно приняли решение следовать за Иисусом. This would be all of us in this church, those who are seeking Jesus. То есть это касается всех тех, кто уже следует за Иисусом, кто ищет его. But my question is, why are you seeking Jesus? И мой вопрос в том, почему ты ищешь Иисуса? Now we have our own physical desires. И знаете, у нас у всех есть физические нужды и желания получить воздаяние физических каких-то потребностей. Some of us want a bigger house. Кто-то хочет больше дом или вообще дом. We want a nicer car or we want more money. Или лучше машину или больше денег. Some of us want a better job or we want nicer clothes. Кто-то хочет получить лучшую работу или лучшую одежду. We want a happier life. Кто-то хочет иметь более счастливую жизнь. And just like the men in this verse. Знаете, как люди в этом стихе. Some of us try to use Jesus to attain what we want. Некоторые из нас пытаются использовать Иисуса для того, чтобы получить то, чего мы хотим. And let me tell you that this is idolatry. This is idolatry. И знаете, это idol worship. Идолопоклонство. И знаете, это как является идолопоклонством. Now idolatry we see in the Old Testament. И знаете, об идолопоклонстве очень много говорилось в Ветхом Завете. Idolatry can be when we worship something that God has given us to use. И знаете, идолопоклонство это когда мы начинаем поклоняться тому, что должно служить нам просто как вещи, которые должны быть в нашей жизни. God, для использования должны. God gave man gold. Например, Бог дал человеку gold. Золото. And he gave men gold so that they can use it to exchange. И он дал золото, чтобы, для обмена, для того, чтобы человек мог жить. Or if they wanted, they could use it to make a piece of furniture or some jewelry. Или для того, чтобы делать, какие-то украшения. God gave men gold to use it. Бог дал золото человеку просто для того, чтобы он это мог использовать. But we see in the Old Testament. Но видите в Старом Завете. That the people of God used what God gave them to use, and they worshipped it. Мы видим, что люди начали делать из золота и пользоваться им не просто как пользоваться, но поклоняться. The gold that was supposed to be used was worship in the form of a golden calf. Но также золото было дано для того, чтобы мы могли использовать его, чтобы поклоняться Богу, как украшение в каких-то храмах, зданиях. And we see the same kind of idol worship today. Но то же самое идолопоклонство мы можем видеть и сегодня. God gives us money to use to buy clothes. Бог дал нам деньги, чтобы мы могли купить одежду. To pay for the bus. Чтобы заплатить за автобус. God gives us money today to use it. Бог дал нам деньги, чтобы мы просто пользовались ими. But some of us take what God has given us to use. Но мы иногда можем взять то, что Бог предназначил просто для использования. And we worship it. И мы начинаем поклоняться этому. But what's going on in John chapter 6 is a different kind of idolatry. И знаете, то, что говорится в Иоанна 6 главе, это как одна из разновидностей идолопоклонства. One kind of idolatry. Один вид идолопоклонства. Is when we worship what God has given us to use. Это когда мы начинаем поклоняться тому, что предназначено Богом просто для использования. What we see here. И то, что мы видим здесь. Is men trying to use. Что люди начинают пользоваться. What God has given us to worship. Мы начинаем использовать
просто для пользования то, что Бог предназначил для поклонения. You see what I'm saying here? Вы поняли, что я сказал? The Son of God came to this world to be worshipped. То, что Бог хоть хотел, чтобы мы поклонялись этому. Not to be used. Не просто, чтобы мы использовали, попользовались. Amen. Аминь. Praise the Lord. Слава Богу. In verse 27. И в 27 стих 6 глава Иоанна. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную. Which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. Которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Now this is what these men were doing. They were working, they were seeking Jesus because they were trying to find what would be perishing. They were trying to find food. И знаете, здесь говорится о том, что люди, люди искали Иисуса, потому что они хотели получить еще пищу. And some of us do the same thing today. И некоторые, ну, многие из нас могут делать то же самое сегодня. The clothes that I'm wearing, одежду, которую я ношу, someday will be burned. Один день она сгорит. The money in my pocket someday will be burned. Деньги, которые у меня в карманах, они в один день они сгорят. The house that I live, the car that I drive. Дом, в котором я живу, машина, которую я вожу. All of this is perishing. Это все сгорит. And will someday go away. Оно все в один день уйдет. Jesus says, don't work for these things. Иисус говорит, что не ищите, старайтесь не об этом только. He says, don't work for the things that perish. Не заботьтесь о пище тленной. But for the food that endures to everlasting life. Но о пище, которая пребывает в жизнь вечную. You see, and then in verses 30 and 31. И 30 и 31 стих. These people were interested in what God would give them. Люди интересуются, что, какое знамение Бог даст им. They said, what sign will you perform? И на это сказали ему, какое же ты дашь знамение? They said, will you give us bread from heaven? Чтобы мы увидели и поверили тебе. Отцы наши ели манну, как написано, хлеб с неба дал им есть. You see, they wanted to know what God would give them. Знаете, они хотели знать, что Бог даст им. But Jesus was telling them who God would give them. Но Иисус хотел сказать, хотел обратить их внимание на то, кто дает. You see, this life is not about what we can get. Знаете, наша жизнь не о том, что мы можем еще получить. But it's about who we can get. Но о том, кого мы можем получить. In verse 33. И 33 стих. Jesus says, for the bread of God is He who comes down from heaven and gives life into the world. Говорится, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. So then in the next verse they said, okay, Jesus, this is what we want. И дальше на это сказали, да, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. In verse 34 they said, we want this bread. В 34 стихе они сказали, да, мы хотим этот хлеб. You tell us to pursue the food that is everlasting. Здесь говорится о том, чтобы мы искали пища, которая пребывает. Give us this everlasting bread. Дай нам этот пребывающий хлеб. And Jesus in verse 35. Иисус говорит в 35 стихе. Says, this bread is me. Говорит, этот хлеб я. He says, this bread is me. Он говорит, этот хлеб. And he who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. He's saying this because nothing outside of Jesus can satisfy our heart. Здесь говорится о том, что ничто, нету ничего вне, чего нету в Иисусе, чтобы могло удовлетворить нас. Только Он может удовлетворить нас. Because we are body, we are soul, and we are spirit. Потому что мы дух, душа и тело. My body wants happiness. Мое тело хочет иметь счастье. My soul wants peace and rest. Моя душа хочет мира и покоя. But my spirit desires joy. Но моя душа, мой дух, он жаждет вот этой радости. You can do things that will make you happy. Вы можете делать какие-то вещи, которые приносят вам удовольствие и счастье. But your body can only be happy for a short amount of time. Но тело, оно может получить удовлетворение только на короткий промежуток времени. You can do things that will give your soul rest for a short amount of time. Вы можете делать что-то, что принесет вашей душе удовольствие на какой-то короткий момент. But there is nothing that can give your joy spirit if it is not Jesus. Но ничего другое
никакое не может принести вашему духу вот этой радости, ее может дать только Иисус. There is a longing in all of our hearts for joy. Потому что есть вот это вот внутри нас желание, жажда, чтобы получить ее. This joy can't be fulfilled with money. Это желание не может быть удовлетворено деньгами. Our joy can't be fulfilled with health. Это не может быть удовлетворено здоровьем. Nothing can fulfill our joy but Jesus. Ничто не может принести эту радость в наш дух, только Иисус. And this is what he was trying to get these men to understand. И это то, что хотел, то, что пытался Иисус донести людям, которые собрались вокруг него. But it's like they wouldn't get it. Но кажется, что они не поняли это. He promises that he will never leave us hungry or thirsty. Он сказал, что не будете алкать и не будете жаждать тот, кто приходит к нему. About 3 hours ago, I had a cup of water. И через пару часов у них там была небольшая военное действие. I'm a little bit thirsty. Yes. I'm a little bit thirsty. Я немного жажду. Now, if I want to satisfy my thirst, I must drink this water. И если я хочу удовлетворить свою жажду, я должен взять этот стакан. You see, but Jesus says, if we come to Him, He will never let us be thirsty. Но знаете, Иисус говорит, что если мы приходим к Нему, мы никогда не будем жаждать. He says, if we eat Him, He is the bread of life. Он говорит о том, что если мы будем есть Его, Он является хлебом жизни. And never again will we be hungry. И больше никогда мы не будем голодными. Jesus is the satisfaction of our soul. Иисус есть тот, который может быть тем, кто удовлетворяет наш дух и нашу душу. But this is how the people responded to him in verse 41. Ну вот как ответили люди его. 41. В 42 стихе. The Jews then complained about him because he said, "I am the bread of life, which came down from heaven." 41 стихе. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб, сшедший с небес». Jesus offered them a spiritual satisfaction. Иисус предложил им удовлетворение, духовное удовлетворение их нужд. But all they wanted was a free meal. Но все, что они хотели, это бесплатную пищу. How sad. Как печально. That they had the Son of God in front of them. Перед ними стоял Сын Божий. Offering them Himself. Предлагая им себя. But they didn't want Him. Но они не хотели его. Because in verse 42. И смотрите. 42. В 42 стихе. In the next verse. И в следующем стихе. We see that these Jews did not understand who Jesus was. Здесь можно понять, что они не поняли, кем являлся Иисус. Verse 42 says, and they said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it that he says, I have come down from heaven? 42 стих говорит, и говорили, не Иисус ли это, сын Иосифа, в которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я сошел с небес? This was a little boy Jesus. И знаете, был такой когда-то маленький мальчик Иисус. That I saw grow up. И которого я видел, как он возрастает. How could this kid that I saw grow up tell me these things? Как вообще вот этот вот мальчик, который рос на моих глазах, может говорить такие вещи? I mean, I know his mother and I know his father. Я знаю его маму, я знаю его отца. What kind of claims? What kind of things could he be telling me? Что вообще, чему он вообще меня может научить? This guy made my table. He's the carpenter. Он вообще типа сделал мой стол. Он плотник простой. What does he mean? He's the bread of life. Что он имеет в виду, когда он говорит, я хлеб жизни? They could not receive him because they did not understand who he was. Они не могли принять его, потому что они не понимали, кем он являлся. And if we want to truly receive him, если мы хотим принять его, we must understand who Jesus is. Нам надо понять, кто такой Иисус. He was not just a man. Человеком. He was not just a good teacher. Он не был просто хорошим учителем. He was not just a Jew or a prophet. Он не был просто евреем или пророком. Jesus is the Son of God. Но он Сын Божий. You see, but before we can understand what Jesus has done for us, для того чтобы мы поняли, что Иисус совершил, что он сделал для нас, we must understand our condition. Нам нужно понять свое условие, свои условия. Because before we can appreciate the cure. Потому что перед тем, как мы можем the cure, the remedy.
Перед тем, как мы можем понять Спасителя, we must first understand the disease. Или спасение, избавление, нам сначала надо понять болезнь, которая есть. Now let's say I came to you. Представьте, я подошел к вам. And I say, I have a remedy for you. И сказала, у меня есть избавление для тебя. Take this remedy every day. Принимай это каждый день. For the next 6 months. Следующих 6 месяцев. And you will be okay. И у тебя все будет хорошо. This would really mean nothing to you because I have given you a remedy, but you don't have a disease. Это может, ну, непонятно звучать для тебя, потому что может быть я говорю, что у меня есть избавление, спасение для тебя, а ты даже не в курсе, что у тебя какая-то болезнь есть. So how can I present to you a remedy if you don't know that you have a disease? Как я могу презентовать избавление вам, если мы не знаем, какая болезнь есть? Maybe you would take the remedy. Может быть, ты возьмешь это спасение, избавление, лекарство. But you won't really appreciate it. Но на самом деле ты оценишь его. You won't really understand the power of the remedy. На самом деле ты поймешь значение и силу этого. Until we understand the disease. До тех пор, пока мы не поняли, какова болезнь существует. But what if I came to you and I said you are seriously ill? Но когда ты подходишь к человеку и говоришь, ты серьезно болен. And these are the symptoms. И вот смотри, у тебя вот такие симптомы. And I give you 15 symptoms of your disease. Я могу тебе дать 50 симптомов твоего заболевания. And I spoke to you for an hour of the seriousness of your disease. И потом я могу с тобой часы говорить о серьезности твоего заболевания. And then I said, but there is a cure for you. Но потом я могу сказать, но есть лечение для тебя. I would not have to tell you very much about the cure. Может быть, я не могу не сказать сильно много об этом лечении. Because now you know you need the cure. Но сейчас ты знаешь, что оно на самом деле тебе очень нужно. And this is the same thing that happens with Jesus. И это то же самое, что случалось с Иисусом, случилось. Before we can appreciate the work and person of Jesus. Перед тем, как чтобы понять сущность Иисуса и кем он является. We have to understand our condition without him. Нам нужно понять, в каком положении мы находимся без Него. Without Jesus, I'm a sinner. Без Иисуса я грешник. And I deserve to suffer the wrath of God. И я заслуживаю того, чтобы быть отделенным от Бога. Without Jesus, all of us are enemies of God. И без Иисуса каждый из нас, он является врагом Божьим. Because we have decided to be friends with the world. Потому что мы решили быть друзьями этого мира. Now, when we understand the disease that we have of sin, мы понимаем вот эту вот проблему греха, которая есть в нас. Then when I read, for God so loved the world. И потом мы можем, когда мы смотрим, мы можем понять, что насколько сильно Бог возлюбил мир. That he gave his only son. Что он отдал своего единственного сына. Then that excites me. Чтобы сделать меня счастливым. Because I know what I am without his son. И это, знаете, это впечатляет меня, потому что я знаю, кто я без него. When I read that he's the savior of the world. Когда я читаю о том, что он является спасителем мира. I understand that I need a savior. Я понимаю, что я нуждаюсь в спасителе. He is the captain of our salvation. Он является капитаном нашего спасения. He is the author and finisher of our faith. Он начало и конец нашей веры. He is the king of kings and the lord of lords. Он царь царей и господь господствующих. He is the bread of life and the living water. Он является живой водой и хлебом жизни. He is the humble servant and he is the exalted one. Он является самым смиренным и превознесенным. He is the lamb of God who was slain for our sins. Он агнец Божий, который стал рабом. By his blood we receive forgiveness of our sins. Через его кровь мы получаем избавление, мы получаем спасение. By his death we receive life. Через его смерть мы получаем жизнь. And this is the cure for our disease. И это лечение нашей болезни. Hallelujah. Hallelujah. But we see in verse 52. И мы видим в 45 стихе. That no matter what Jesus said to these people. Вот что Иисус ответил этим людям. They could not get their mind off of the physical things. И знаете, это не удовлетворяет, может быть, какие-то физические нужды. Jesus was offering them a spiritual thing. Но Иисус он предлагал духовное. But they were so focused on the physical. Но он не хотел, чтобы они были сфокусированы только на физическом. John 6:52 says the Jews were quarreled among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" 52 стих. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою?
You see, and Jesus numerous times repeated this truth to them. Видите, Иисус столько раз повторял, много раз повторял эту истину им. He said, "I'm the bread of life." Говоря, я хлеб жизни. I've come from heaven. Я сошел с небес. I am not like what your fathers had in Israel. Я не такой, как ваш отец Авраам. He says it over and over again. Он снова и снова это повторял. Because he's trying to help them understand what is going on. Он хотел донести им, что вообще происходит. But they still won't get it. Но они все еще никак не могли понять. They still don't understand. They're still focused on the physical. Они все еще физическими глазами смотрели. And that is the same with some of us. Знаете, то же самое происходит с некоторыми из нас. No matter how much Jesus is saying, I'm giving you me, I'm giving you me. Каждый раз, когда мы слышим, что Иисус говорит, я предлагаю тебе себя, я даю тебе себя. It's like we want what he can give us more than we want him. И мы хотим получить другое, но не его. We say, oh, I want a nicer car. Ты говоришь, я хочу лучшую машину. I want to have a nicer flat. Я хочу иметь лучшую квартиру. I want him to give me a new house. Дай мне новый дом. I want him to give me a wife. Я хочу, чтобы ты дал мне жену. I want him to give me a husband. Я хочу, чтобы ты дал мне мужа. I want him to give me this or I want him to give me that. Я хочу, чтобы ты дал мне это или это. Jesus is trying to get us to stop saying, I want him to give me. Иисус хочет, чтобы мы остановились в том, чтобы говорить, дай нам что-то. He wants to say, I want him. Он хочет услышать от нас, я хочу, он хочет, чтобы мы говорили, что мы желаем его. Yes, if we serve Jesus, these things will come. Да, когда мы служим Иисусу, это все приходит. He promises to heal our body. Он пообещал это своему телу. He promises to provide our needs. Он обещал восполнять наши нужды. He promises to give us our heart's desire. Он говорил, что он восполнит желание нашего сердца. But we cannot let these things be a greater desire than he is. Но он не хочет, чтобы вот эти вот все вещи стали самым большим нашим желанием, большим, чем желание его. And this is a very strong message that Jesus is preaching. И знаете, это очень сильное послание, которое Иисус проповедовал. He's saying, get your mind off of the physical things. Он говорит, убери свой взгляд, убери свои мысли от просто физических каких-то вещей. Don't come to me only because of what you want. Не приходи ко мне только потому, что ты что-то хочешь. Don't come to me so that I can give you the things of this world. Не ищи только вещей тех, которые ищет этот мир. Come to me only if you want me. Приходи ко мне, потому что ты желаешь меня. He says, I'm the bread of life. И он говорит, я хлеб жизни. If you eat of me, you will never hunger and you'll never thirst. И если ты вкушаешь меня, ты не будешь жаждать вовек. He wants us to say, он хочет, чтобы мы это говорили. I want him. Что мы хотим его. The preaching of Jesus was very demanding. И проповедуя Иисус, он был очень требовательным. And the more he preached, the more they got upset. И чем больше он проповедовал, тем больше они расстраивались. But this didn't stop him. Но это не останавливало его. He just kept going on and он продолжал, on and on. Продолжал, продолжал. And I love that about Jesus. И мне нравится, как это делал Иисус. You see, the way that Jesus preaches it is different than the way a lot of us preach. И знаете, то, как проповедовал Иисус, оно отличается от того, как проповедуют люди. Including myself. Включая меня. Now the Lord convicted me of the way that I present the gospel to people. И Господь учит меня, как представлять Евангелие, Его Евангелие. Usually I would say, how are you today? И обычно я говорю, как вы сегодня? Do you want to go to heaven? Хотите ли вы пойти на небо? Do you want a better life? Хотите ли вы иметь лучшую жизнь? Do you want to be happy? Хотите ли вы быть счастливыми? Do you want money? И хотите ли вы иметь денег? Do you want this and do you want that? Хотите ли вы этого или этого? And everybody wants to go to heaven. И, конечно же, каждый из нас хочет попасть на небо. Everybody wants money. Everybody wants to be happy. Каждый из нас хочет быть счастливым и иметь деньги. But this is not how Jesus preached. Но это не то, о чем проповедовал Иисус. Jesus did not say, do you want to be happy? Иисус не говорил, хотите ли вы быть счастливыми? Jesus says, do you want to die? What? Do you want to die? Он говорит, хотите ли вы умереть? This is the way that he preached. It was not a comfortable message. И это было очень неудобное послание. A very difficult message that he preached. Очень тяжелое послание, которое он проповедовал. Now there were at least 5,000 people that he was preaching to. И знаете, там было как минимум
5000 людей. And he was preaching so hard that they all left. И он настолько сильно проповедовал, что они ушли. 5000 people at the beginning of his sermon. В начале служения было 5000 людей. And by the time he left, there were only 12 men left. И к тому времени, как он закончил, осталось 12. And one of them was a betrayer. One of them was a betrayer. Один из них был предателем. This is the message that Jesus preached. И это послание, которое проповедовал Иисус. And I have a burden to see the gospel of Jesus to be returned to what it should be. И мы должны нести это бремя Евангелия до того дня, как он придет. I have a burden to see the gospel to be about intense surrender. И знаете, у меня есть это бремя, чтобы нести Евангелие. Intense surrender. Surrender, like when you give up. I have a burden to see the gospel about giving your life away. У меня есть бремя, чтобы нести Евангелие, чтобы каждый он отдавал свою жизнь ему. Because Jesus says, if you try to save your life, потому что Иисус говорит, что если ты хочешь сохранить свою жизнь, you will lose it. Ты ее потеряешь. But if you lose your life, но если ты потеряешь свою жизнь, then you will find it. Ты обретешь ее. In Isaiah chapter 55. И Исаия 55 глава. We see God is dealing with Israel about the same issue. И мы видим, что Бог имел дело с Израилем также в этом направлении. Verses 1 and 2 read this. 55 глава, 1-2 стих. Ho, everyone who thirsts, come to the waters, and you who have no money. Come, buy and eat. Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen to me carefully and eat what is good, and let your soul delight itself in abundance. Verses 1 and 2. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы, вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. This invitation is to everyone who is thirsty. Это приглашение для каждого, кто жаждет. And you know what? И знаете что? Everyone is thirsty. Каждый жаждет. There's not a single one of us that does not have a thirst in our spirit. Нет ни одного среди нас, который бы не имел жажды в своем духе. And God is saying to us, come to the water. И Бог говорит нам, придите к водам. Now this part kind of it confused me when I first read this part. И когда я впервые это прочитал, это смутило меня немного. If you have no money, come buy and eat. Если даже у тебя нету денег, все равно приходи, покупай и ешь. How could I buy if I have no money? Как я могу покупать, если у меня нет денег? If I came up to you and I said I wanted to buy your shirt, but I have no money, you wouldn't sell me something if I had no money. И если я хочу подойти, прийти, я прихожу к вам и говорю, я хочу купить эту рубашку, но у меня нет денег, ты скажешь мне, иди куда-то. How could God tell us to buy if we have no money? Как Бог говорит, покупайте, если у нас, если нету, без серебра? It's because this has already been purchased for us. Это он It has been bought for, someone already paid for it. То есть кто-то уже заплатил за это. We can come and we can eat. Мы можем прийти и есть. Not with money. Не, без денег. But because of what Christ has done on the cross. Из-за того, что Иисус сотворил на кресте. He says, why do you spend money on what is not bread? Он говорит, зачем вы тратите деньги на то, что не насыщает? You see, so now here we have money again. То есть мы видим, что у нас есть снова деньги. But God said, this is not how we find satisfaction. Но Иисус говорит, что это не то, что удовлетворяет. Not with what we can buy. Не то, что мы можем купить. But with what we can't buy. Но есть то, что мы не можем купить. Satisfaction is found in Christ and Christ alone. Это удовлетворение мы можем найти только лишь в Иисусе. Not in what He can give us. Не в том, что Он может дать нам. Not in what He can do for us. Не то, что Он сделал для нас. But in Him. Но в Нем. Now He wants to give us things. Да, Он хочет нам давать. He can give us things. Он может нам давать. He will give us things. Он хочет нам давать. But this should not be our motivation for seeking Him. Но это не должно служить мотивацией в
поиске его. This is the mentality that Jesus was trying to break in John chapter 6. Это вот этот менталитет, этот взгляд, который Иисус пытался разрушить. In Isaiah 55, the verse goes on. He says, "You are spending your wages for what does not satisfy." Он говорит, для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, за то, что не насыщает? Eat what is good and let your soul delight itself in abundance. Послушайте, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Not only can Christ satisfy us, не только Иисус может нас удовлетворить нас, but He can make us so full that we're overflowing with abundance. И Он может насытить настолько, что не просто удовлетворить, но что это будет с избытком. These are the promises. Это Его обетование. That God has made for us. Это то, что Он сделал для нас. That if we come to Christ and we seek Him. Когда мы приходим ко Христу и ищем Его. We seek to know Him. Мы ищем, чтобы знать Его. Then we'll find a satisfaction that this world cannot give us. Мы можем найти это удовлетворение, которое мир не может дать нам. Let us consider the life of Paul as we conclude. И давайте еще взглянем на жизнь Павла перед тем, как закончим. This was a man who was thrown into prison a lot. Это человек, который много времени был в тюрьмах. I could imagine Paul going to a city for the first time. Я могу представить, как Павел входит в город впервые. And then going into the prison that's in the city. И он смотрит на эти тюрьмы, которые в городе. And just looking around the prison. Когда он входит в тюрьму впервые, и он смотрит, просто осматривает тюрьму. Because he knows he's going to be in prison tomorrow for preaching the gospel. Он знает, что он попадет в эту тюрьму завтра, потому что он будет проповедовать Евангелие. This is the kind of life that Paul lived. И представьте, каждый раз, когда Павел входил в город, он знал, что увидя, смотрел на тюрьму и знал, что он будет в ней находиться, но продолжал делать то, что он делал. Paul did not live a wonderful life. Знаете, Павел не прожил такую прям какую-то замечательную, замечательную жизнь. He did not live a very comfortable life. Он не жил удобной жизнью. His back was beaten so many times. Он кучу раз был побиваем. His back probably looked like a chunk of jello. И знаете, его спина, наверное, выглядела как желе. He was stoned. Он его столько раз каменовали. Left for dead numerous times. Просто бесчисленное количество раз. According to our standards, this man did not live a comfortable life. И согласно нашим стандартам, этот человек совершенно не жил удобной жизнью. But this is the man who wrote this. Но это человек, это был человек, который написал много посланий. He says, "Rejoice in the Lord always." И он говорил, радуйся, радуйтесь в Господе всегда. And again I say, rejoice. And again I say, rejoice. И снова я говорю, радуйтесь. And this is because he was not seeking Christ for what he could get. И знаете, я думаю, это одна из причин, почему он мог так говорить, потому что он не искал Христа для того, чтобы что-то от него получить. Because he didn't have the fancy things. Потому что у него не было вот этих намерений получить что-то. He had to be satisfied with Christ. Он был удовлетворен самим Иисусом. And that is my prayer for myself and for you all. И это моя молитва за вас и за себя также. Man, that I could get to the place. Чтобы искать его. Where I am so satisfied in Christ. Чтобы найти вот это вот удовлетворение во Христе. That nothing can steal my joy. Чтобы ничто другое не могло похитить мою радость. Whether I'm in prison. Не в тюрьме. Or if I make it and people are beating me. Не в тюрьме, не когда люди побивают меня. I can still have this deep satisfaction inside of my spirit. Чтобы иметь вот это вот глубокое удовлетворение в своем сердце. Because I have such an intimacy with Jesus. Чтобы иметь такую близость с Иисусом Христом. That I can say, I'm going to rejoice in the Lord always. Чтобы я мог сказать, я всегда радуюсь во Христе. And again I say, rejoice. И снова говорю, радуюсь, радуйтесь. Amen. Let us pray. Давайте помолимся. Father God, we thank you for the word today. Отец, мы благодарим тебя за это слово, которое ты дал нам сегодня. God, we thank you that you have given us your Son. Боже, благодарим тебя за то, что ты отдал нам своего сына. Lord, we thank you that we can find true satisfaction in Jesus. Господь, что мы можем найти на самом деле истинное удовлетворение в тебе. God, we thank you that you sent your Son to live the life that we could not live. Спасибо, что ты послал Иисуса, который мог прожить такую жизнь, которую мы не могли прожить. And he died the death that we should have died. Он умер за то,
что мы должны были умереть. That we could find eternal life in the cross. И за то, что мы можем найти вечную жизнь во Христе. Lord, we ask that you can open up our eyes today. И Отец, я молюсь, чтобы ты открыл наши глаза сегодня. That we could better see the beauty of your Son. Чтобы мы могли увидеть красоту твоего Сына. God, that we would learn to be satisfied in who He is. Чтобы мы могли понять, кто Он является, кем Он является. And not in what He can give us. Но не то, что Он может дать нам. Lord, we thank you again for the blessings that you've given us. Господь, спасибо тебе за благословения, которые ты даешь нам. And God, I pray that the word will be sealed in their hearts. Господь, я молюсь, чтобы была твоя печать на наших сердцах. And God, that your Spirit would cause transformation in their lives. И молюсь, чтобы наши сердца, они были преобразованы. In the name of your Son, we pray. Во имя Сына твоего мы молимся. Amen. Amen.